Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним упражнение под номером 133. Прочитаем условия. Прочитайте и определите основную мысль высказывания. Прочитаем высказывание. Язык – духовное богатство народа. Сколько я знаю языков, столько раз я человек, говорит народная мудрость. Но богатство остается для человека недоступным, если он не овладел родной речью, не почувствовал ее красоты. Чем глубже человек познает оттенки родного слова, тем больше подготовлен к овладению языками других народов. Главная мысль этого текста – чем глубже человек познает родной язык, тем лучше он подготовлен к овладению другими языками. Необходимо выписать словосочетания с выделенными словами так, чтобы в одном словосочетании выделенное слово было главным, а в другом – зависимым, и указать прилагательное. Родной речью – овладел речью, ее красоты – не почувствовал красоты, родного слова – оттенки слова, к овладению языками – подготовлен к овладению. Прилагательное – духовное, народное, недоступным, родной, родного. Вот и все. Спасибо за внимание.